Приветствую вас, Анна. Во-первых, понимаете, вот сейчас то, что вы делаете, то, как вы там, ну, условно говоря, как вы подаете свой текст, да, вот как вы подаете свою проблематику, больше похожа на такой посыл, что вот, значит, как бы что у меня есть неудача определенная, ну вот просто у меня есть неудача. И я вот не знаю, почему эти неудачи происходят, ну вообще, я не знаю, почему они происходят. Я начинаю думать, что причина не во мне, да, а вот в том, что там моя мама, что она была там ленивой, безалаберной, папа, который относился к ней негативно. Я, которая смотрю на маму глазами отца, да? Это все выглядит просто, знаете, как такая вот попытка просто перенести ответственность за свои неудачи на родителей. Вот. Ну, при том, что, конечно, они внесли свой вклад в то, что у вас не получилось, но они же внесли и вклад в то, какая вы есть. Даже мама, кем она ни была, не была. То есть в этом смысле все родители, в принципе, одинаково вносят свой вклад в то, что потом происходит с ребенком. Вопрос заключается в том, какой выбор делает сам ребенок. И вопрос в том, осознает ли он ответственность, или он внутри себя ведет диалог с мамой, который, или бабой, который звучит примерно следующим образом. Вот вы мне говорили делать так, я сделаю вот так, и в итоге ошибается, и у него неудача. Если с этой стороны смотреть, ну, да, родители влияют, но конечный выбор все равно делаете вы. От этого не уйти, так или иначе, поэтому, как бы, родители здесь ни при чем, они влияют, но вам нужно ответить себе на вопрос, как именно они на меня влияют. То есть, вот условно говоря, вы относитесь к маме вот так-то, 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 так-то. Ну хорошо. Вас это делает счастливой? Нет. Почему? То есть, ну, у вас есть отношение к маме. Как бы неважно, откуда оно появилось, да? Вот. Неважно. Оно появилось. Оно есть. И
допустим, оно не делает вас счастливой. Что это значит? Это значит, что где-то вы проскочили момент, когда нужно было изменить свое отношение, а вы его не изменили, заставляя себя, ну, относиться так же. Ну, это то же самое, да, как вот зимой выходите там в шубе, да, в шапке теплой, а летом вы ходите тоже в шубке, в шубе, тоже в шапке, вот. Естественно, вам будет жарко. То есть вы проскочили тот момент, когда нужно было изменить свое отношение. И в этом смысле, вот не заметив этот момент, вы начали себе врать, начали себя продавать, и в итоге это выливается в то, что вы несчастливы в том, что вы испытываете там чувство вины перед мамой, чувство неприятных к отцу, который типа настроил вас против мамы. Вот. Но все это только потому, что как бы не очень понимаете значение любого отношения человека к чему-то. Да? То есть отношения нужны для того, чтобы человек занимал выгодную позицию, не выгодную кому-то, а выгодную ему самому. Выгодная позиция — это та, которая делает меня счастливым, которая дарит мне удовольствие, наслаждение, там, не знаю, развитие, рост и так далее. Вот. Но человек меняется, и отношения меняются, и обстоятельства вокруг меняются, и люди меняются, и отношения, оно не может быть постоянным. А вы-то считаете как? Что отношения, оно может быть либо плохим, как у вас сейчас, потому что не факт, что оно плохое на самом деле, либо хорошим, потому что не факт, что оно, ну, на самом деле хорошее. То есть это вам кажется, что если вы ну, условно говоря, маму примите, да, то что-то изменится. Нет, не изменится ничего. Вы, почти как сейчас, будете не свободны. Просто с другой стороны. Вот и все. Сейчас вы ее не принимаете, вы не свободны. А там, как бы, с другой стороны, будете ее принимать, вы все равно будете не свободны. Поэтому, как бы, ваша проблема не решит тот принятие матери и там, скажем, ну, озвучивание протеста отцу, мол, я не согласна с тобой, а маме и так далее. Нет, отец прав, и вы правы, но частично. Потому что у нас вот как принято, у нас принято, ну, говоря у нас, я имею в виду страны СНГ, у нас как принято, вот, по одному действию, да, судить о человеке, вот. Ну, или по образу жизни судить о человеке. Хотя ни один поступок и ни один образ жизни не является человеком. Человек всегда больше. И вот как бы, раз человек больше, значит, поступки и образ жизни его не определяют. А значит, а отношение наше, оно именно к поступку и к образу жизни. Мы считаем, что если у нас отношение к поступку или образ жизни, то мы также относимся к человеку. Нет, это неправда. Так проще думать, легче, но это неправда, да? Очень сильное упрощение, мне кажется. Очень сильное упрощение. Так же, как вот вы, например, упростили, сказав, что вот это вот из-за мамы и папы у меня вот неудачи. Вот. Дальше, как вы упростили, а как все исправить? Что все, во-первых, что все
почему вы считаете, что нужно исправлять, и почему вы решили, что способ позволит вам быть счастливой, это все исправит. Ну, вот. То есть, как бы, тут вот такая история. Так вот, возвращаясь к теме упрощения. Если отношение к образу жизни или к поступку не может быть отношением к человеку, то отношение к человеку, в принципе, невозможно. Мы всегда можем относиться только к либо поступку, либо к образу жизни, либо к какому-то высказыванию, то есть к чему-то вот такому, ну, мимолетному, я бы сказал. Из этого мимолетного, да, выстраивается какой-то образ человека, нам кажется, что этот образ человека мы знаем, и мы весьма болезненно реагируем, когда этот образ резко начинает меняться, нам кажется, что это не человек, что это уже другой человек, хотя на самом деле человек просто меняется. Вот. И вот что нужно понять, да, так то, что человек разный. И как бы в контакте социальном человек выставляет то, что у него, ну, наиболее такое прочное. Вот вашей маме ей условно проще ничего не делать, потому что она боится ошибки, скорее всего. Ну, это я так думаю, как бы доказательство. Вот. Либо у нее очень тяжелая депрессия, ну, что, мне кажется, более вредно, чем правда. Вот. И все. И поэтому она взаимодействует с реальным миром именно через лень. Но почему-то ваш отец и почему-то вы требуете от нее быть другой. Это, ну вот, то же самое, да, как птица перестать быть птицей. Вот только потому, что она вам не нравится. Ну, как бы бесполезно. Вот и нам бесполезно просить быть другой. Как бы лень, вот то, что вы говорите, что она ленивая, безалаберна, халатна. Это немножко не про это. Вы повторяете злость. Не только свою. То есть это про злость, но это не только про вашу злость. Мне кажется, это еще и про злость отца. То есть вот это вот. Я разделю злость отца на мать, чтобы быть к нему ближе, к отцу. Потому что если не злость на мать, то что между вами общего еще будет. Вот. Поэтому здесь не про осуждение, здесь про злость. Вы злитесь. Слитесь вы, потому что мать не такая, какой вы видите. И вам нужно постараться осветить вот внутренним взглядом, да, вот то, что вы хотите, то, как вы хотите видеть свою маму, да. Ну, вот что лежит в основе? В основе это вы. В основе это вы. Только вот эту часть себя вы не принимаете, потому что вам она кажется, ну, абсолютно чужеродной, какой-то вот непохожей на вас и так далее. Но стоит вам ее найти и примерить, вы увидите, насколько органично вы будете смотреться. И сможете лучше относиться к маме и к папе. Это не значит, что вы их полюбите. Это не значит, что вы примете маму.
это значит, что вы будете чуть больше их понимать. Может быть, когда-нибудь вы действительно примете, а может быть и нет. Это будет зависеть исключительно от вас. Только от вас. Вот, поэтому я думаю, ну, примерно вот такой ответ я могу вам дать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.